Доброе утро, друзья! Предлагаю сегодня полакомиться блюдом из казана и приготовить очень простой и в то же время очень вкусный рецепт картошки по-охотничьи. Поехали! Ребята, для этого нам понадобится: это 3 зубчика чеснока, килограмм охотничьих колбасок, 5 луковиц, 3 болгарских перца и специй: хмели-сунели 2 чайные ложки, куркума 2 чайные ложки, чайная ложка молотого перца, чайная ложка соли, 2 килограмма картошки и растительное масло. Мы первым делом сейчас распалим костер, а потом будем нарезать. Картошку нарезали, на костер ставим казан, наливаем 100 мл масла и жарим картошку. Картошку солить, перчить и добавлять специи будем по ходу. 10 минут обжарим, добавим куркуму и хмели-сунели. Друзья, 10 минут прошло после того, как мы бросили картошку и жарим. Сейчас мы забрасываем куркуму и хмели-сунели и продолжаем жарить его дальше еще минут 10. Ребята, еще прошло 10 минут, добавляем соль и перец. И дальше жарим до готовности. Ребята, картошка готова, уже обжарилась. Мы ее вытаскиваем с казана и начинаем жарить лук, перец и колбаски. Поехали! Минут 5 обжарим лук и перец и бросаем наши колбаски. Ребята, еще жарим минут 5. Дальше сюда забросим наш картофель, присыпем зеленью, и блюдо наше готово. Классная картошка. Все, ребята, прошло 5 минут. Забрасываем картошку в казан. И отставляем в сторону, засыпем зеленью, нарежем, и блюдо наше готово. Друзья, вот такое у нас получилось сегодня очень сытное, вкусное, питательное блюдо. Если вы хотите удивить своих друзей, то этот рецепт для вас. Всем приятного аппетита и до новых встреч!